Это самое сложное. Самое сложное, сложность. Что-то, наверное, не там, где. Я сейчас приду. Только не там, где тот мистер Шмидт будет, она к этому-то, наверное. Антоха сейчас пропустит самое интересное. Александр. Ух, нифига себе, что-то полетело. Что это такое? ТБ-3. Видел, как он сквозь парашютиста пролетел? Уже страшно. Сам так нам едет. Купили блиц. Тамара повседневного спроса. Ну, эта миссия была глючная, здесь не было автораспределения войск, так что... Если не произойдет... Да ничего, поделимся, че прям. Если не произойдет чудо, то мы в нее сыграть не сможем. Взять в плен румынского офицера? Старшина Кузнецов должен выжить. Блин, жалко, что эту миссию не сделали. Не знаю почему. Автораспределение сделать это просто. Но его не сделали, поэтому сыграть в нее не получится. Хотя миссия интересная. Дальше там еще, по-моему, какую-то базу надо атаковать. Но это точно тут, мистер Шмидт? Где ты говоришь, посреди поля он лежал? Если смотреть так на карту, с левой стороны где-то... Если он не лежал, вот тут, ну, грубо вот. Ну, там вот большое поле, и на нем... Вот где-то вот... Мистер Шмидт? Да. Ой, не той набежал. Вот тут где-то. Большое поле, мистер Шмидт. Вот в этой стороне карты. По-моему, это она, да. И там, по-моему, еще мины на поле были. Ну, не помню, на поле. Эта полоса какая-то была непонятно, на враге такой. Длинный. И наверху зенитки еще стояли. Стоят. О, смотри, что сейчас произойдет. Кузнецова сразу же положили. Операция закончилась провалом. Жаль. Все почему? Потому что 3 боевых офицера не участвовали в операции. Да. Отправили курсантов на операцию. Хуже, штрафников. Штрафников без парашютов пускай. Жаль, конечно, миссия интересная. Ну вот, это же штрафники без парашюта приземлились на голову, вот и все. Поперли баки. По 10 стрелять не будут. Ну, тут, кстати, даже... Стоп, а где наш Николаев, я не понял. Николаев будет, но точно не сегодня, потому как он аж предпоследняя миссия. И сложность там, кстати, довольно-таки не была. Ай! Что это было? Ай!